Свадьба – это то событие в жизни, памяти которым мы сохраняем на долгие годы. Регистрация брака знаменует собой начало нового периода в жизни, поэтому вполне понятно желание молодожен скрепить свой союз подписями в особый день. Для оформления отношений все популярнее становятся дни, связанные с влюбленными. Одни пары выбирают это время из-за красивой даты, другие верят, что день заключения брака поможет создать прочный семейный союз. И таких пар с каждым годом становится все больше. Сегодня 7 июля 2018 года. В канун всероссийского праздника Дня семьи, любви и верности в отделе ЗАГС города Десногорска было зарегистрировано 7 пар. И первой парой, которая была зарегистрирована, оказались супруги Шуровы – Алексей и Надежда. Первую пару, которая регистрировалась в этот день, поздравлял заместитель главы города по экономическим вопросам Антон Шестеряков. Дорогие Алексей и Надежда, я от имени администрации муниципального образования города Десногорска себя лично поздравляю вас с этим торжественным, знаменательным, прекрасным днем. Я желаю, чтобы с годами ваша любовь становилась только сильнее, и чтобы этот день, часто принято говорить, пусть он будет самым счастливым, нет, пусть самыми счастливыми будут все дальнейшие ваши дни. Любви вам, верности и счастья. С днем свадьбы! Антон Викторович вручил молодым свидетельство счастливым молодоженам самой красивой паре Десногорска. День свадьбы – один из самых важных в жизни. Красивый, запоминающийся, наполненный счастливым волнением и любовью. Конечно же, в этот день невеста ослепительно красива, жених – самый влюбленный. Родители, поздравляя своих детей, не сдерживают слез радости. Этот день, он между двумя праздниками. Вчера, допустим, был праздник поцелуев. Завтра будет праздник «День любви и верности». Ну, а сегодня праздник Ивана Купала. Потому что запоминающаяся дата 7.07.18. Так как цифра 7 нас связывала очень много в жизни, она у нас постоянно присутствует. Наши дети выбрали еще это число, потому что у них день рождения 17 ноября. У того и у другого. То есть сплошные семерки. Пусть принесут они им счастье, но самое главное, они сами должны строить свое счастье. Все в их руках. По традиции, после регистрации брака свадебный кортеж проехал почетный круг по городу, и молодые отправились отмечать начало новой совместной жизни, соблюдая все традиции с бросанием букетов и подвязок. Каждая пара, создавшая в этот день семью, верит, что их брак свершен на небесах, и их ждет долгое, счастливое совместное будущее.